За чистотой и порядком нужно следить не только в городе, но и на даче. Причем не только самим дачникам, которые должны убирать за собой, но и рекоператору, который обязан исправно вывозить мусор с территории СНТ. По силам ли экоинтегратору такая задача, Аким Самедов проверил. У северян долгожданный дачный сезон, а это не только отдых, но и активный труд. Лето на севере короткое и успеть надо много. Скопать грядки, вырастить овощи, облагородить участок. Жители Верхнего Ладина заботятся о красоте и чистоте не только своих участков, но и всего дачного поселка. Сами жильцы относятся к чистоте довольно-таки ревниво, то есть стараются и ухаживать за своей территорией, за общей территорией. Поэтому, на мой взгляд, наш поселок один из лучших, наверное. За вывоз отходов в Верхнем Ладино, как и положено, отвечает региональный оператор «Экоинтегратор», с которым жители заключили договор еще в прошлом году. Позаботились и о контейнерной площадке. Компания выполняет неукоснительно все условия договора. Вовремя вывозит мусор, чистит территорию вокруг контейнера. Нареканий никаких нет. С прошлого года вывоз твердых коммунальных отходов в городах, поселках и дачных товариществах Архангельской области – это зона ответственности регионального оператора. А вот обустроить контейнерную площадку и установить контейнеры необходимо садовым товариществом. Так предусмотрено законом. Посредством своих органов управления, это общее собрание и правление, решаются вопросы по выбору места размещения первичной площадки сбора отходов и заключению договора, соответственно, с региональным оператором зоны деятельности, которого находится эта площадка, договора на оказание услуг по вывозу этого мусора. Однако не все идут на контакт с региональным оператором. Только 60% садовых товариществ области заключили с ними договоры. А это значит, что в остальных СНТ мусор или не вывозится вовсе, или этим занимаются серые перевозчики, что не гарантирует размещение отходов на полигонах. Результат такого отношения к мусору – рост числа несанкционированных свалок. Только за прошлый год региональным оператором выявлено более 130 новых свалок. Легализованный вывоз отходов – это не только чистые леса, но и законный способ получить перерасчет. Ведь многие живут на дачах все лето, а значит, за вывоз мусора в городе можно не платить. С 2020 года услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами выделена как коммунальная услуга из статьи содержания жилья. И поэтому с января 2020 года граждане Архангельской области имеют право на перерасчет за коммунальную услугу по вывозу твердых коммунальных отходов по постоянному месту жительства. Для этого граждане могут воспользоваться двумя способами права на перерасчет. Первое – написать заявление вперед до периода отсутствия. Второй способ – это просто уехать, произвести либо авансовый платеж, либо производить оплату за коммунальную услугу обращения с твердыми коммунальными отходами. И по истечению, например, осенью, когда вы вернетесь с дачи, также привезти нам справочку, и мы сделаем перерасчет. Отдых на даче должен быть не только приятным, но и безопасным, как для семьи, так и для окружающей среды. Аким Самедов, Ольга Красулина, Светлана Михеевская, Регион 29.